На территории области функционирует несколько сотен добровольческих отрядов. Каждый из них уникален. Кто-то помогает пенсионерам в своем районе, а кто-то заботится о здоровье подрастающего поколения. Студент КГМУ Максим Дранников реализует проект «Геркулес». Молодому человеку идея пришла случайно, но уже успела получить поддержку на региональном уровне. Мы рассказываем школьникам о том, как правильно питаться, как в столь тяжелое время поддерживать свой рацион. Дело в том, что много факторов влияют пагубно, и из-за этого, когда мы взрослеем, это все проявляется в болезни, поэтому мы пытаемся предотвратить данную. Помогать другим и не ждать ничего взамен. Под таким девизом живет большинство волонтеров. Ведь добро не в бумажных отчетах, а в сердце каждого из них. Не обязательно, если ты имеешь волонтерскую книжку, ты волонтер. Да, есть порядок получения волонтерских книжек, в том числе некоторые вузы добавляют за это определенные баллы при поступлении в определенные учебные заведения. Но самое главное, волонтер должен понимать, что он работает не потому, что получает какие-то блага дополнительно для себя, а то, что определенные блага он создает для тех, кто рядом с ним. Слет волонтерских отрядов приурочен к первой годовщине создания ресурсного центра добровольчества области – 5 декабря. Он существует всего год, но уже смог внести большой вклад в развитие движения в регионе. Об этом говорит и количество присутствующих гостей. На слет приехали порядка 300 добровольческих отрядов со всей области. Анастасия Шугаева, Сергей Малеев, телеканал «7».